Так, у нас включение. Мы в аккурат знакомимся с красавицей Кнопой. Сколько ей годиков? Три. Три годика. Она боится больших собачек, но то тоже уже успела с хвостика понюхать. Вот хозяйка опасается, что она боится, и поэтому мы не отпускаем Кнопу, чтобы она случайно не скушала Татошу. Это Татоша. А это какая порода? Беспородная. Это у нас метисочка. Очень красивая. Ну, будем подозревать, что здесь намешаны этот папильон, вроде как просматривается. Потом этот специалисты просматриваются. Ну и просто красивые метисочки. Давай крупным планом. А ты на камеру как работаешь, а? Ты не боишься папу? Ну, смотри, чмоки-чмоки. Раз, два, три. Ой, ты умничка. Ой, ты умничка. Меня понюхай. Я большой, но это самое, не страшный. Татошу еще будешь? На люди не боится. Не боится? Молодец. Татоша, ну мы вот так вот. Так уж и познакомимся, не будем ничего менять. На зубы показывает. Зубы показывает? Ну-ка покажи улыбочку. Улыбочку. Пусть стоматологи завидуют. А вот Татоша-то зубы, когда он показывает, никто не завидует. Все немножко содрогаются. Ну, красавица, красавица. Вы нам сейчас уступите площадочку, да? Пойдете домой? Да, мы. Ага. Ну вот нам еще даже площадочку уступят. Они пойдут дальше гулять. Гулять эту красотищу. Красотулечку. Да? Язычок показываешь? Молодец, молодец. Ну, красавица, ну, красавица. Папа не налюбуется, не наснимается. Давай мы так. Вокруг, 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 вокруг. Хвост шикарный снимем твой? Хвост. А? А? Молодец. Ладно, спасибо большое за ролик. Всем хорошего настроения. Красота спасет мир. Всем пока.